рискует деньгами, четко принимает ставки в пользу Мэнни Пакьяо. Никто не дает ни малейшего шанса Шейну Мозли. И вопрос стоит в том, упадет Шейн до срока, до истечения 12-раундового вот этого периода или нет, отвлекающих ударов. Каков он сейчас? Вот сейчас мы это и увидим. Всегда держится очень, который может держать Пакьяо. Шейн всегда-то был темповиком сам. Но в 39 лет, наверное, трудно. Боится столкновения головы. Да, во время вот того успеха, когда он добился Пакьяо, отправил на пол Мозли. Да, быстро проистекает все это событие, уже 6-й раунд идет. Да, не такой. Кое-кто пытается объяснить феномен Мэнни Пакьяо, я имею в виду. Кое-кто из стюардов. Мэнни, конечно, не великий изобретатель в ринге, что там говорит. Он использует свои чисто физические превосходства. Ведь если вы внимательно следите за тем, что в ринге происходит, никогда его таким никто не видел, ни в одном бою. Самое интересное, что никто не предполагал. Все понимали, что Пакьяо сильнее вот в этот момент. Но никто не предполагал, что настолько явно это будет выглядеть. Вот это превосходство филиппинца. Настолько будет односторонним этот бой.